Так, друзья, всем привет! Я всех приветствую на своем канале. Сегодня меня друг угостил вот такой кралечкой. Вот она, ребятки. Две копеечки вот с таким поворотом интересным, видите? Все реже и реже можно выловить таких вот красоточек. Вот такой поворотик. Сразу, конечно, вопрос, сколько она будет стоить, сколько это может стоить. Как вам удастся продать? 50, 70, 100 гривен, 90, 80. По-разному. Но то, что это интересно для нумизматов, это да. Вот такая ляля. Ну, здесь 90 градусов, может быть 85. Хороший поворотик. Спрашивали меня по поводу таких поворотов. Вот каких браков поворотов углов интересны монеты. Ну, вот собирайте от 45 и вверх туда. Чем круче поворотик, тем дороже. Кстати, сейчас год я. А, год 7, 2007. Ну вот как-то так, ребятки. Значит, друзья, просили магазин, сделал аукцион. Заходите, пожалуйста. Ссылочка будет в описании. У нас есть пиар ваших девственных каналов, средства для чистки монет, уроки нумизматики и антиквариата. А с вами отец всех монет, король, император, властелин и бог. Золотой мальчик, самый плохой ютубер, перекупщик.